Всем доброе утро. Утро у меня сегодня началось поздно, потому что ночью я плохо спала. У меня начался насморк. С 3 до 5:30 я не могла уснуть. У меня тут все хрипит, болит, першит, не знаю, такое ощущение ужасное просто. Очень красиво. Я сейчас уйду, обижусь и все. Ну все, я пойду одеваться и ухожу от тебя. Но ты вредная девочка. Ты маму любишь? Нет. Такая вообще засранка. Так что решила сегодня утром, что поваляюсь. Но сегодня буду по максимуму так отдыхать. Печи своим. Чай с лимоном, имбирем, медом, малиной. Надо сходить в магазин, потому что вчера я так и не сходила, все это не купила. Поэтому сегодня пойду. Это надо еще мелочи в виде сметаны, всякое такое. Так что буду сегодня такая ходить вам, полубольная, уставшая, прыщавая, нытик. Так, надо пойти. Пошли в твою комнату, надо открыть окошко ей там. А, открыто. А, проветривание поставлю. Свежий воздух. Дома сырость такая из-за того, что еще погода такая. Посмотрите, все тает. Бычок. Бычок. Видите, какой у нас бычок? Лови бычка. Уи! А кто это? Бычок. Хочу уже скорей... Там, знаете, 20 градусов тепла, 28, это ж так шикарно. Опять выкинула. Бедный бычок. Сейчас мы его посадим сюда. И будешь знать, как кидать. Видишь теперь, как далеко? Ну, проси прощения у бычка. Скажи, прости, бычок. Скажи, прости, бычок. Будешь еще кидать? Да. Ну тогда бычок не придет к тебе. Не надо кидать. А если я тебя буду кидать? Бедный бычок. На бычка своего. Так, что там с цветочком? Все хорошо. Вот в этой комнате у Даяшки живет цветочек хорошо, потому что у Даяны не сильно прям так жарко в комнате. А тут я. Темно так. Все, пойду готовить обед. Что ты делаешь? Я делаю все. Я вчера намариновала курицу, шампиньоны в соевом соусе. Ладно, сейчас пойду вам покажу. Все, ты будешь со мной идти? Да, я сойду. Нам бычок. Вылазь. Бычок с собой возьми, бычка, бычок. Нам бычок. Давай, мне так, мне. В карман нам его положу. Будут со мной ходить. Даяна, смотри. Даяна. Даяна, смотри, где бычок. В трусах. Это у меня шорты, а не трусы. Все липнет так ужасно. Черный цвет, конечно. Опять кидает. Ладно, пошла я обед готовить. Сейчас еще помешаю немножко. Мариновала я вчера поздно вечером. Чтобы сегодня ничего утром не делать, потому что чувствовала, что мне будет нехорошо. Хотя надеялась, конечно, что будет хорошо. Так, тут у меня в грибах сок лимона. Потом чесночный лук, чеснок головки и соевый соус. Что такое? Да, подожди. Тут у меня курица, горчица, соевый соус. И сок лимона. Все. Сейчас я быстренько это отправлю все в духовку. Надеюсь, это мне все поместится, потому что у меня один противень и две формы. Они не влазят. Ну ладно, сейчас посмотрим. Ну, если что, я грибы пожарю на сковороде. Не помещается у меня две формы в духовку. Голос вообще пропадает, поэтому запеку грибы. А вечером тогда уже включу духовку и запеку курицу. Девчонки на обед все равно поедят суп.
до вечера как раз еще настоится и вообще будет супер-супер пропитанная. Что это будет мой обед сегодня. И к грибам у меня будет салат, белая редиска, чеснок, морковь, сметана. Сейчас все это потру. Обед мой готов. Вот такие вот получились очень пахнущие, ароматные, сочные, вкусные грибы. Я еще полила их сверху лимонным соком. Салат сметаной заправила, хлебушек и все. У Даяшки будет супчик шпинатовый вчерашний. Так что будем садиться кушать. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Даяшка обожгла пальчики. Дотронулась до дверцы плиты. Она у меня сейчас горит. Она просто горячая. Невозможно до нее дотронуться даже мне. Зайчик мой маленький. Как так? Ничего, надеюсь, пройдет. Я помазала ее кремом. Это те пальчики, которые она сосет. Не знаю, надо что-то думать. У меня никогда не было такого, чтобы в духовке дверцы с другой стороны. Больно? Надо чуть-чуть подождать, и все будет хорошо. Принцесса Даяна, знакомьтесь. Ты принцесса? Ой. Какая у тебя шляпка. Красивая шляпка? Да. Ну, и сяю. Ну, и сяю. Не знаю. Ну, и сяю. Где Даяночка? Вот и я. Хочу мы. А я тут валяюсь. Не знаю, не хочется мне вставать чего-то вообще сегодня. Ты мне решила корону одеть, да? Куда ты? Пальчик болит. Болит пальчик? Ну да. После ожога, конечно, он будет болеть. Да, я. Как приятно. Мама, одень. Одела. Мама, на. Я останусь без волос. Мама, на. Поломанным черепом. Все одела. Как я вам? Мама, подожди, дай. Мама, отдай мой номер. Да, я вообще... Отдай мой номер. Домик тебе дать? Да. Не хочу сегодня ничего делать, хочу валяться. Мама, отдай мой номер. Ой, беда, беда. Сейчас поваляюсь немножко и пойду уже. Мама, отдай мой номер. Иди в домик. Поставила я жарить все-таки курицу на сковороде. Решила, что так будет вкуснее. Как раз пока жарится курица, буду жарить блины. Сейчас Милана сходит в магазин, принесет кукурузный крахмал. А у нас весь день на улице вот такая сырость, серость, мокрая. О, ужасно. Яшка опять сидит, тут пазлы собирает. Нравится тебе, да? Да. Ты чуть-чуть... Ой. Белка сломалась. Белка сломалась, это мама нечаянно. Вот. Вот. Сейчас мама сюда просто подвинет на эту штучку, чтобы тебе было больше места собирать. Угу, девать. Да, вот так вот. Теперь у тебя есть место собирать. Мне еще надо сушилку собрать. Кто-то у меня спрашивал, почему у меня сушилка стоит на кухне. Потому что, во-первых, на кухне очень много лишнего места. Там за сушилкой стоит батарея. Одежда быстрее сохнет. В комнате не хочу. Туда некрасиво. Тем более, знаете, я любитель иногда складировать кучу белья чистого на сушилке. Поэтому, а тут, видите, тут кухня. Я, если даже снимаю вот так тут, то эту часть не снимаю, и там ничего не видно. Кажется, что у меня порядок. Так что поэтому сушилка стоит на кухне. Была бы маленькая кухня, я бы не ставила бы ее сюда. Да? Котик. Котик. А котик? Нет, я не котик. Я не надо. Даяна. А, не надо. Принцесса Даяна? Нет. Даже качество видео очень плохое, потому что серость... И не хватает лампочек. У меня тут вот эти только лампочки. Они не очень ярко светят. Одной нету, и они светят, получается, на пол кухни. А вся остальная часть кухни не освечивается. Там тоже есть в самом конце, видите? Но смотрите, кстати, какое пятно. Я так понимаю, там протекает вода. Потому что, когда я снимала обои, там такого не было. Смотрите, что тут. О-ля-ля! Я не знаю, что с этой стеной делать. Она реально вся мокрая, смотри. Ой. И вся вздулась.
Это ужасно, конечно. Это ужасно. Мне кажется, поэтому тут обои были такие некрасивые. Не знаю, что делать, что делать, что делать. Понятия не имею. Что будем делать, Димка? Ой, одни проблемы с этой квартиры выползают. Курица моя уже готова. Такая вот она у меня румяная, вкусная, сочная. Я не добавляю ни капли масла, когда жарю курицу. А тут нет соли, потому что соевый соус дает свой, знаете, такой аромат. Очень вкусный. Варю девчонкам макароны на ужин и жарю блины. Блины будут на завтра утро, будем с творогом, с вареньем, кто с чем. Так что все, будем садиться кушать. Мирись, 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 мирись. И больше не делись. А если будешь драться, то я буду кусаться. Все, ужин готов. Это порция Милане, это порция Даяне. Так что всем, кто кушает, приятного аппетита. А у меня будет, пожалуйста, зайчик, пожалуйста, а у меня будет сегодня просто кефир, потому что я не хочу есть, и я не ем такую еду на вечер. У нас уже вечер, я укладываю Даяшку спать, переодели пижамку, сходили в душ, да, скажи? Я показываться вам не буду, у меня сегодня температура 37,1, не знаю, у меня першит в горле до сих пор. У меня на глазах, не знаю, какие-то красные эти, как ячмень. Но я надеюсь, что это ячмень, а не какая-то зараза. Глаза болят, закрывать больно. Короче, не хочу вам показываться, поэтому сегодня буду заканчивать влог. Всем спасибо, кто с нами. Ставьте пальчики вверх. Всем пока-пока. Скажи всем пока. Всем пока-пока. Скажи, всех люблю. Всем люблю. Пока-пока.